такая интересная порода камня. Она почему-то слоистая. Я все время проезжаю здесь, удивляюсь этому. Не знаю, как этот камень называют. Он такой слой. Его почему-то выперло. Собрали все яблоки. Ну там и белые, и красные такие. Там видно, селекционер какой-то хитрый живет. Или любитель попрививать всего и разного. И погода просто прелесть. Даже жалко, что на работу надо. Сказочницы. Да, все-таки осень в этом году просто вот на загляденье. Кстати, а вот эта вот пещера, она настоящая, то есть она, скажем так, реальная. Ее никто не выкапывал, она вот природная. О, природная. Природная. А здесь у нас частенько любят полицейские сидеть в засаде. Я проехала позади дома.
возле гаража засесть и снимать скорость уезжающих, приезжающих. Вроде никого не видно, а тебя раз и цап-царам. Сегодня вроде как тихо и спокойно. Красоты и поскочу дальше на работу. Кофе с плюшкой я успела выпить по дороге, хотела остановиться, но думаю, нет, лучше дать себе небольшой, скажем так, такой временной отрезок, который я могу использовать по любому назначению, чем уже бежать, сломя голову. Поэтому как раз вот порядка получаса у меня есть. Можно не спеша перекусить перед работой, переодеться и уже ехать дальше. Как говорится, вот моя деревня, вот мой дом родной. Меньше солнца почему-то. Наверное, тучка какая-нибудь набежала. Тучка. Пограничный контроль. Мышу не донес. Зараза. Ой, драматический прям. Драматические какие события. Ну, хоть одну не донес. Шумит. Вот тут вот частенько растут белые грибы. Вот и не только белые, но еще какие-то. А это что у меня такое вылезло? О, какие-то. Не знаю, кто это. Я таких еще не видела. Чем-то смахивает на эти самые подзеленки. Но подзеленки это самое. Вообще прям аж блестят. Такие красивые. Зеленки, они серенькие. Вот, ладно, пойду заберу почту. Пусть себе растут дальше.